Между правительством Йемена и повстанцами-хуситами начался обмен пленными. Воюющие стороны договорились об этом в конце сентября на встрече в Швейцарии. В рамках соглашения освободят 1081 военнопленного. Правительство Йемена и арабская коалиция во главе Саудовской Аравии отпустят 681 боевика, повстанцы-хуситы – 400 человек. В их числе будут 15 саудовцев и 4 суданцев. Обмен пленными проходит под наблюдением Международного комитета Красного Креста. На первом этапе освободили 484 человека. В ближайшие дни отпустят остальных. В Сане освобожденным боевикам устроили торжественную встречу. Мы воевали на фронте Бака, рядом с Саудовской Аравией. Нас взяли в плен и продержали полтора года. Изначально враждующие стороны договорились провести обмен еще в 2018 году во время мирных переговоров. Тогда они согласились отпустить 15 тысяч человек, но соглашение выполняли медленно. Я призываю другую сторону продолжить эту операцию, чтобы мы смогли обменяться всеми пленными. Спецпосланник ООН Мартин Гриффитс назвал нынешний обмен воздушным мостом надежды, который проложит путь к соглашению о постоянном мире в Йемене. Между тем, по данным организации «Врачи без границ», в городе Таиз снова вспыхнули столкновения. Один человек погиб, около 40 получили ранения. Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. По данным ООН, она уже унесла жизни более 100 тысяч человек и породила худший в мире гуманитарный кризис. Международный комитет Красного Креста сообщает, что 24 миллиона йеменцев, а это 80% населения, нуждаются в помощи. Из них 20 миллионов человек недоедают и не имеют доступа к чистой питьевой воде. Не могу.